Друзья, всем привет! Сегодня мы чуть-чуть поработаем с деревом. Поехали! Основной материал для нашей сегодняшней самоделки это брус 20 на 40 и доска 20 на 100. Подготовим заготовки для нашей сегодняшней самодельной конструкции. Из доски 20 на 100 у нас получилось 6 заготовок, длина которых составляет 810 мм. Теперь с бруса 20 на 40 нарежем 8 заготовок. 4 заготовки, длина которых будет составлять 810 мм, и 4 заготовки, длина которых будет составлять 670 мм. Ну а теперь отфрезеруем заготовки. Все детали готовы, можем произвести сборку. Thank you.
Друзья, и как всегда, легким движением рук из остатков доски и бруска у нас получились простые и хорошие полочки под иконки. Одну я сделал маме, а другую себе. Давно хотел сделать, но никак руки не доходили. И наконец-то дошли. И я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Так что ставим лайки и подписываемся на канал. А также не забываем смотреть мои предыдущие видеоролики. А на сегодня у меня все. Всем пока!